пригородных поездах и на МЦД возможен только в масках и перчатках. Соблюдайте правила и рекомендации врачей. Маски и перчатки делают поездки безопасными для вас и всех пассажиров в общественном транспорте. Приобрести их можно в пригородных кассах и в поезде в кассе контролируют во время поездки. Мои 2 дня выходных. Арину увезла к бабушке. Она там будет ночевать. У нее 3 дня. Ну, быть там 3 дня. Вот. А там уж как пойдет. Может быть и побольше останется. Опять как всегда мне сушится белье. Я иду завтра на работу. На 2 дня. И приготовила я себе еду на 2 дня. Сейчас вам покажу, какой красивый закат опять сегодня. Но камера, наверное, не передаст. Учищаю. Капуста застряла. Капуста я сейчас покажу. Через шторку показываю. Красота. Смотрите, как красиво. Ну-ка, сейчас я попробую задрать шторку. Когда задираешь, не такой красивый. Ну, красиво. Сейчас покажу вам, что я приготовила себе. На завтра. На два дня. Авокадо. Классный. Сейчас вам так вот покажу, чтобы свет падал. Мягенький. Вот этот еще такой более-менее, но тоже мягкий. А вот этот прям вообще мягкий-мягкий. Плюс еще у меня киви есть. У меня еще есть 2 кабачка. Один кабачок начал портиться. 2 я испортила сама. Делала кабачковые оладьи с мукой вот этой вот гречневой. Выкинула 2 этих кабачка, не получились оладьи. Так, сейчас. Вот то, что у меня на 2 дня на работу. Здесь у меня на завтрак творог. Обалденный творог, прям советую. Тут кокос, миндаль, все классные. Прям миндаль обожаю. Очень вкусно. Греча без грудки. Не хочу что-то грудку, прям что-то она мне уже прям приелась. Здесь салат, капуста белокочанная. Огурец потертый на крупную терку и морковка на крупную терку, чуть-чуть с маслицем, вообще капельку, и подсолила этим морской солью. Вообще еще уксуса бы сюда, но я не хочу. Здесь у меня овощи, здесь большие тарелки, но это делится на 2 части, то есть на 2 дня, 1 день, 2, и также греча. Творог еще второй завтрак, какой-нибудь другой уже будет у меня, ну послезавтра получается.
Здесь у меня тоже сыра на 2 дня. Здесь 2 огурца тоже на 2 дня. Здесь на 1 день. Это орешки лесные, грецкие. Потом 5 чернослива и 5 абрикоса. Вот. Вот такие у меня. А, и один хлебец. У меня просто закончились эти хлебцы. Остались луковые хлебцы. Я пока их не хочу. И кукурузные. Не хочу пока. Вот. Такая у меня еда на 2 дня. Приветули, мои красотули. Смотрите, какие я купила супер раскраски и наклейки. Лолки. Арина сейчас прям подсела на лол. Нравится. И вот это вот 85 рублей всего лишь стоит. 64 картинки. Она такая толстенькая довольно. Тут задание, не только раскраски. Тут еще и задание есть. Найди 3 отличия. Ну, конечно, такие тяжелые задания, но мы их будем вместе с ней делать. Вот такие. И вот такие вот наклейки по 80 рублей. Они уже потоньше идут. Но тоже и раскраска, и наклейки. Также заданиями. Вот. Сейчас. Это не яркие такие наклейки. Будем клеить с Ариной. Вот она эта кукла. А что хотела еще показать? Смотрите, детская кроватка. Вот она вот такая. Ну, без матраса, без ничего. Просто вот каркас. Цена 6987. И вы представляете, чем мое удивление? Я думала, там вот такие карабени придут, огромные, да? А здесь пришло вот. Вот эта кроватка. Вот такая кроватка. Народ приходил. В общем, я думала, что это пришла вчера машина с этой кроваткой. Я думала, может быть, водитель нам что-то не додал, не довыгрузил. Сегодня он приехал, я у него спрашивала. Говорит, нет, нет, все вот как и есть. Я думаю, ну ладно, если что, сделаю как брак. Сегодня приходит возврат. И точь-точь такую же кроватку возвращает. Ну, может быть, она там другой расцветки, не знаю. Но, в общем, вот вернули. То есть, это не брак, это все так оно и есть. Вот, представляете? Я в шоке. Я не думала, что такие кроватки. Я, кстати, тоже хотела такую Арине заказать. Кроватку, но нам сейчас пока ее ставить некуда, потому что в детской комнате стоит кровать, которую убирать нельзя. Это кровать хозяйки. Ну, то есть не наша, не купленная. Там матрасы все новые, я вам уже рассказывала, так бы я брезговала спать. Вот, а так, видите, еще коляску такую заказали, люльку. Вот такую. 15700. Вот, такие дела. Пойду работать. Завтра выходной, ура. Ох, как я сейчас испугалась. Конец зала, аж вон там. Ну, короче, я такая сижу, никого не трогаю. И смотрите. Тишина в зале, никого нет. Это было с таким грохотом. Это нужно было видеть. Вот это я обкакалась. А еще я заказала Арине очередные капри. Я те, которые вам показывала в предыдущем видео, принесу обратно, а вот эти возьму. Потому что те оказались не капри. Хотя я заказывала капри, они оказались лосины, они короткие вот настолько. То есть и не как лосины, и не как капри. И вот такую футболку. Прикольно? Мне кажется, даже очень прикольно. И все, хватит шмоток. И вообще хватит заказывать. А то я уже... помешалась на этом деле. Включила камеру и снимаю влог. Смотрю на небо, говорю спасибо Богу.
Включила камеру и снимаю влог. Смотрю на небо, говорю спасибо, Бог.